Ярлом должен стать Трюгве, а у тебя свой путь. Куда он поведет? Может, головой вниз, с обрыва в море, если захочешь. Умеешь ты испортить момент, брат Волка. Ты говорил, что хотел бы жить с нами, сражаться вместе с моим кланом. Желание не пропало? Ходить в набеги с тобой и Браги? О да! Сколько крови и меда мы прольем! За давнюю дружбу и за грядущее! Вот старик изумится, когда узнает, что мы задумали. Я Вилли Хемингсон, но я не стану вашим ярлом. Есть лишь один, кому хватит на это чести и мудрости. Лишь одного мой отец признал достойным занять его место. Трюгве, ярл с Ноттингема. Следуй же по пути Хеминга. О чем ты? Ты заслужил это, друг. И многое другое. Гордись. Трюгве, у меня иной путь. Эйвор поведет меня. Жить и сражаться вместе с кланом Ворона. Я не знаю, что и сказать. Скажи «да». Да, спасибо, Вилли. Эйвор. Молодец, Балка. Пока не придет пора вернуться, я пойду за тобой, Эйвор. Эйвор, я исполню желание Хеминга. Клятва скрепит наш союз. Зови, и мы придем на твой зов. Как и мы на твой, ярл Трюгве. Надо рассказать обо всем Рандве. Пора возвращаться в поселение. Приветствую. Я вернулся из Ноттингемшира, Рандви.
Ярл Хеминг умер, но его клан все еще наши союзники. Ярла жаль, но могло быть и хуже. Я повидался со своим старым другом, Вилли. Теперь он в нашем клане и будет ходить с нами в набеги. Я помню этого юношу. Ему самое место в твоей дружине. Посмотрим на карту союзов. Хайсон получил письмо из Винчестера от человека, зовущего себя бедным воином Христовым. Тайный союзник. Как интересно. У нас новые цели? Да. Что думаешь? Это западня? Винчестер, западно-саксонская крепость. И тебе там будут не рады. Но, думаю, бояться нечего. И все же, будь осторожен. Я отправлюсь в Винчестер. В письме сказано, что в доме Бога меня будет ждать человек в белом. Мне нужно сказать ему... Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость. Думаю, это из их священной книги. Интересно. Удачи. Пришло новое послание.
Стань моими. Лебяжья стать, ты здесь? Да. Нужно отправить письмо Хунвальду. Ты же знаешь, как он за меня волнуется. Он точно по тебе скучает. Но как Элдермену ему не пристало поддаваться унынию. Надеюсь, с ним все в порядке. Он очень славный, но его ноша слишком тяжела. Он справится. У него сердце конунга. Устраивайся. Добро пожаловать.
Покажи мне. Дай взглянуть. Я же просто даром это отдаю. У меня ведь еще такое есть. Много не бывает. Ты среди моих лучших покупателей. И что, это все? Мне пора. Увидимся, Эйвор.